За глич-трапы я не играл никогда, коты. Я думаю, вы тоже. Прикольно. Это наши руки, ноги и нос. Я думал, у нас из пупка что-то растет. А нет, это всего лишь нос. Не, ну огненный Фокси, он реально криповый. Когда ты за него играешь, а не против него. Воу! Подожди, у нас... А, все нормально с руками. Мне показалось, у нас левая рука вывернута. Короче, мы теперь Funtime Foxy, мы светимся. Всем отличного настроения, коты. С вами котенок Лайк. И у нас очередной фанатский ФНАФ. Мы можем играть за аниматроников, а также за охранника. Слушайте, давайте сначала сыграем за охранника. Мне даже интересно, что там будет. У нас фонарь, какая-то будка. Это типа камеры? Серьезно? Они даже толком-то ничего не показывают, какие-то взрывы. Вот это жесть, а чё мы можем здесь охранять? Мы, походу, просто в поле стоим, в будке. И охраняем поле. Ё-моё, Дредбер бежит, серьезно? И Найтмар Фредди? Ё-моё, они сейчас нас догонят. Кстати, коты, если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то аниматроники никогда вас не поймают. Раз, два... Три! Молодцы, коты! В общем-то, здесь уже бежит огненный Фокси. Найтмар Фредди и Дредбер. Они одинакового роста почему-то. Хотя Дредбер, по идее, выше всех их должен быть. Опачки, подожди-ка, это Спрингтрап? Серьезно? Здравствуйте, мистер. Блин, 12 часов, а мы уже собрали всех аниматроников, которых только можно, и они бегут за нами. Вроде здесь больше нету никого. А, кто-то ходит. Ничего себе, там еще пара аниматроников. Ребята, потише, хорош. Все хотят нас поймать. Что за жесть? В общем-то, уже, по-моему, наступает ночь. Становится все темнее, хотя она и так у нас уже настала. И это у нас получается глич-трап? Серьезно? Прикол. Да, это он. А это кто тогда? Funtime Foxy? Серьезно? Да, это Funtime Foxy. Здорово, чувак. Получается, огненный Фокси, Funtime Foxy, Glitchtrap, Дредбер и, в общем-то, все аниматроники. Час ночи, мы от них убегаем. Ладно, давайте за них поиграем. Все, Glitchtrap нас поймал. А как выйти отсюда? Воу, теперь у нас кошмарный Фредди на заставочке. В общем-то, выбираем аниматроников. За кого бы нам поиграть? За глич-трапа я не играл никогда, коты. Я думаю, вы тоже. Прикольно. Это наши руки, ноги и нос. Я думал, у нас из пупка что-то растет. А нет, это всего лишь нос. Какие-нибудь спецвозможности у нас есть? Нету ничего такого. Мы просто можем бегать. А, смотри, у нас есть ускорение, кстати, нехилое. Здесь, как я понимаю, должен сидеть охранник. Но где же все наши друзья-аниматроники? Есть кто? Где охранник? Его здесь нет. Это немного странновато, коты. Просто дом. Без охранника. Жесть, а что это за холмы тогда? Сейчас добежим, давай, глич-трап, шуруй своими ногами. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, давай-давай-давай-давай. Почти добежали, блин, как долго мы бежим. Такое ощущение, что глич-трап из кого-то шит. Я не очень знаю историю этого аниматроника, но, видимо, мы из каких-то деталей состоим. Бежим-бежим. Да тут вообще реально добежать-то? Что там может быть? Может, это и есть то, что мы охраняем? Точнее, охранник охраняет. Не, вряд ли он будет сторожить два холма, это немножко странновато. Но меня больше настораживает, где сам охранник и где еще аниматроники. Так играть за глич-трапа, это немного скучновато. По-моему, мы добежали до края земли, и здесь нету ничего, коты. Блин, вот это облом. Ну, давайте с другого аниматроника поиграем. Я думаю, мы выберем Funtime Foxy, почему бы и нет. Воу, подожди, у нас... А, все нормально с руками, мне показалось, у нас левая рука вывернута. Короче, мы теперь Funtime Foxy, мы светимся.
У нас звездное небо, где спутники, никто не летает. Охранника, скорее всего, тоже нет. Сверхспособность у нас быстро бегать. Блин, да что такое-то? Куда все охранники сбегают? Вообще никого нету. Нажимаю все кнопочки, никаких у нас тут ночных видений и тому прочего нету. А мы можем упасть за карту? Бежать, наверное, мы будем очень долго, коты. Но мне нравится то, что сделана наша фигура, руки, ноги. То, что видно, и мы вот так вот бежим. Хоть как-то и бессмысленно мы это все делаем. Но вот такой вот фантайм Фокси, ладно. Кто у нас там есть еще? Берн Фокси, а, горящий Фокси. О, мы реально горим. Серьезно, смотри, горящий Фокси, и мы за него играем. Вот это жесть! У-ху! Тан-тан-тан! Мы бежим к охраннику! Давай вылази, Винни-Пух! Чё-то никого нет, коты! Где он? За нами такой огонь остается! Вот это жесть! Так, я даже запутался, мы сейчас походу сожжем эту будку! Прикольно! Не, ну огненный Фокси, он реально криповый! Когда ты за него играешь! А не против него. Вот это да, вот это круто. Ништяк, бежим, 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 бежим. Понятненько, в общем-то вот так вот мы можем бегать за огненного Фокси. И здесь, естественно, никого нет. Хорошо, давайте тогда Дредбер. О, Дредбер, вот это тоже крутой чувак. У нас была серия, когда мы его ремонтировали. Смотри, он идет как зомби. О, я Дредбер. А, ну бежит он, в принципе, так же, но Дредбер это круто, и это действительно крипово. Было бы еще классно, если бы здесь действительно сидел охранник, которого мы пугаем, но его нету. Вот Дредбер реально собран из разных частей. Он как чудовище Франкенштейна. Он нереально большой, страшный и какой-то зеленый-серый весь. Здрасте. Да что ж такое-то, никак мы не можем застать охранника на месте. Блин, что ж такое-то. Слушайте, пишите в комментариях, коты, какой вам аниматроник больше всего нравится, но в Дредбер, да, меня впечатлил. Он классный. Конечно, огненный Фокси это просто вне конкуренции, этот огонь летит. Было бы классно, если бы от Дредбера шел зеленый дым, как будто он пукает, но вряд ли здесь такое сделают. В общем-то, мы здесь никого не видим, а если быстро крутиться, то как будто снег падает. Забавно. Ладно, посмотрим еще аниматроничков. Где у нас тут менюшечка? Сразу глич-трап у нас. Берн. В общем, горячего Фокси мы посмотрели, Дредбер посмотрели. Найтмар Фредди мы еще не посмотрели. Ох, ё-моё. Мы просто все разломанные. Вот это жесть. Вот это Nightmare Freddy. О, а-ха, он еще и светится. Такая у нас подсветочка. Тан-та-дан-дан-тан-та-дан-дан. Жесть. Какой же он страшный. Хоть и робот, я не понимаю, у нас детали какие вообще? Пластмассовые или пластик? Из чего мы сделаны? Какая-то дичь. Фонарик, здрасте. Ну, давайте угадаем, есть ли здесь охранник? Конечно, его нету. Это очень печально. И получается, камера выходит именно на вход. Она где-то здесь и должна висеть. Вот у нас здесь только лампа, камеры-то нету. Не, серьезно, а где она? С чего там вообще показывается экран? Я даже в дверь уже зайти не могу. Фу-фу-фу. Вот это забег! Несемся как сумасшедшие коты. Давай, 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 беги, Найтмар Фредди! У-ху! Я, правда, не знаю, куда мы бежим. К тем холмам, где ничего нету. Да, коты, непонятно, что делает будка в поле. Кого она охраняет и зачем здесь вообще аниматроники оказались. Видимо, игрушка еще сыроватая и не до конца все доделано. Не, ну так прикольно, конечно, побегать за аниматроников. Я знаю, что вы это тоже любите. И как бы я тоже
Это весело, но прикольно, когда есть кого пугать, охранника, еще кого-нибудь, а здесь никого нету, хоть бы мы пугали других аниматроников. Ну ладно, коты, я надеюсь, что вам понравился видосик, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и всем пока!